медиана BM и пересекается L, пересекается в точке P. Надо доказать, что PC делить на PL минус AC делить на BC равно единице. Ну, напишите ранее, так невозможно. PC разделить на PL. Это что такое? Это понятно, да. Минус AC делить на BC. Они же вообще никак не связаны, эти отрезки между собой. Ужас какой-то. Проведем из N параллельную прямую BM. Теперь запишем равенство. CP относится к PL так же, как CM к ML' из параллельности. Теорема полезна. Да, теорема полезна. Значит, потом PL к KM, PL L' M относится как AL к AL'. Нет, LB. L' M относится как AL к AL'. Так. От C к BC. Ну, так как это бисектрично, соответственно, так же, как AL к LB. Так, ну, вот это то же самое, что LB к AL. Ну, сейчас, ну, это... PC к PL минус AC на C равно CM к C минус... К ML штрих. Что? Сейчас. М от К. Сейчас. CM к MC. Сейчас. Там CM к ML штрих был. Тут так буква написана. То же самое, что... Сейчас. CM. Ну да, то, что CM, это то же самое, что AM. Да, так это идеально. Понятно. Ну, спасибо. Давайте я попытаюсь это объяснить так, как я понимаю, да. Потому что дело в том, вот я не способен такой текст вообще прочитать, потому что, не знаю, там начинаешь читать, и в середине в этих буквах абсолютно запутываешься. Смотрите, что я бы сделал, если бы мне дали эту задачу? Во-первых, я обязательно бы обозначил длины сторон.
А именно, это буквы А маленькая, это буквы Б маленькая, естественным образом. Это С. Дальше у нас имеется биссектриса. А когда у нас есть биссектриса, то совершенно понятно, что мы знаем вот эти вот отрезки, да? То есть длина вот этого отрезка это С умножить на А разделить на А плюс Б. А длина вот этого отрезка это С умножить на Б разделить на А плюс Б. И теперь проводим медиану, да? Опять-таки, по определению медианы мы понимаем, что это b пополам, и это b пополам. Что нам теперь в этом равенстве нужно понять? То есть это очень просто пишется. b разделить на a. Здесь единица, это понятно. Нужно найти отношение pc к pl. Каким образом это делать? Да очень просто. Мы сделаем так, чтобы точка P была бы центром тяжести. Для этого нужно распределить массы таким образом, чтобы вот эта точка была центром тяжести вот этих двух точек. Понятно, что для этого нужно сделать. Нужно сюда поместить массу B килограммов и сюда массу А килограммов. Понятно, да? Да. Вот. И для того, чтобы эта точка была центром тяжести, нужно сюда поместить массу А килограммов. Ну, собственно, да, на этом с массами все в порядке. Теперь разбираемся. Значит, когда вот эти две массы сливаются, то их, так сказать, теперь не стало. Здесь стала масса А плюс Б, да? Вот. А здесь масса А. Что это означает? Это означает, что когда А плюс Б умножишь на СП, то это будет то же самое, что ПС умножишь на А. П, так, это что за точка? А. Или нет? Нет, это точка С. Да, вот у вас точка, которая... Это а, вот L. Вот эта точка у меня L, да, спасибо. Значит, это точка... L это точка, вот А умножить на это С, на СВ. Отлично. Меня интересует ПС делить на ПЛ. ПС делить на ПЛ это будет А плюс Б делить на А. Вот. А плюс Б делить на А. Ну, это действительно верное равенство.